В единый день голосования 8 сентября Тверская область продемонстрировала высокий уровень политической культуры, считает губернатор Игорь Уденя. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время инспекционной поездки на улице Луначарского в Твери. По предварительным данным, явка на выборах в единый день голосования в Верхневолжье превысила 27%. Жители четырех муниципалитетов – Кашинского городского округа, Калязинского, Санковского и Кесовогорского районов – выбирали депутатов Законодательного собрания Тверской области 6-го созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу номер 19. Также проходили выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. Всего замещались 286 депутатских мандатов. В целом по Тверской области 67% из них получила партия «Единая Россия». Это уже новый уровень развития Тверской области. Ну и, конечно, это означает высокий уровень доверия нашими гражданами. И нам теперь предстоит выполнить все, что необходимо сделать в рамках обязательств, которые на себя взяли наши депутаты.